Что можно сказать? Вы все видели, что есть моменты, где-то не забиваем, как бы то ни было, все стараются. Футболисты не хватает где-то мастерства последнего паса. Делаем все 90%, где-то 10%, чтобы подать пас, где-то забить гол не хватает. Мы все равно как бы довольны отношением. Ребят, все выдержали, понимаете, какая погода была жаркая. Все не то, что там бегать, сидеть нельзя было на лавке. Я думаю, большое спасибо. Все. Вопроса нет. Скажите, пожалуйста, чем было вызвано замена Иващенко? Ну, понимаете, движение надо было чуть на команду сыграть, потому что где-то каких-то моментов он перебарщивал, но брал на себя. Не надо дать где-то. А какие цели ставит клуб перед командой в чемпионате? Чем выше, тем лучше. Юрій Вільнович, один форвард залишився, Іващенко, нікого випустити. Воронков пішов, да, атакувати кожен цей. Що робити? Що буде хтось? Можете на тренуровку прийти, може приїздити. Скажу, може, на Росії зараз є ну, хтось приїде до вас? В Росії ж ні. Будемо старатися кого-то іскати, всі колись. Приїжджали нового футболіста, приїжджали, на слово, до толку не дали. Приїхати, ми можна потренувалися, але якщо не заставляють нас приїхати, чи що не хочу. А Юрий теж не подошел? Приїхав на Юрій. Юрій Вільнович, 20 матчів, не весну, склад, мало футболістів. Не вийдеш так рано. Я розумію, що що робити. Взяти футболістів 30, але вони навіть не будуть конкурувати з цими нашими 19-20 чоловіками. Смисл? Для чого? Для кількості? А от Самойлін, правду казав, що Самойлін був прийти? Ну, з удовольствием візьмемо команду, якщо буде бажання. У нього, да? Ну, ви його запрошуєте. Треба ще приходити, щоб бажання було, приймати. А у нього бажання є? Ну, я думаю, навірно ж, якщо таке розумію. Все, да? Не заработає, не заработає. Не заработає, не заработає, не ложиться на пятно на всю міліцію. Да. Виталий Владимирович, спасибо. А как у меня на всю команду? Вот я такой плохой? Нет, ты прекрасный человек, коллега. Команда. Все, да. Все, команда вообще был молодец в команде. 4-2. Да. Пожалуйста, прокомментируйте. Игра – это результат работы тренера совместно с игроками, которые должны решать, наверное, задачи, поставленные руководством. Нам по телефону что-то говорили невнятно. Невнятно мы делали эту команду. Поэтому качественный ответ, ну, никак не возникает. Я хотел бы выражаться языком квалификации совместной работы тренерского состава и коллектива футбольной команды «Волынь». Но не в упрек команде. Я не могу видеть только в том, что эта группа игроков сегодня составляет группу выжатых футболистов в плане физической функциональной готовности. Не может физиология человека или психология, или тактическое мастерство выглядеть прекрасно постоянно в футболе. Если в первом круге того чемпионата мы могли выжать с футболистом, я говорю, друзья, Василий, футболисты не потянут, не будем их обижать, надо рассчитаться за хороший перекруг, и надо создавать новое, потому что Барселона в Гвардиоле проблем, где взять исполнителей, понимаете? Фергюсон уже 4 трансфера сделал, а Волынь ничего мы не можем, я не могу. Мне могут сказать методические руководители Федерации футбола или руководители тренерских курсов, где мы проходим квалификацию. Мы же вас учим, почему вы, получая образование тренерское, получаете диплом Б, а про диплом и неквалифицированно реализуете данную науку или материал в жизнь футболистов, исследуя их невозможности. Кого же вы тогда берете? И как вы их тренируете? Почему так плохо команда выглядит? Ну все взаимосвязано. Я говорю, меня не слышно. Я не хочу оправдываться. Я 100 раз проиграл 101. Большое дело. Но я несу ответственность. Меня сегодня меняет, у нас меняется. Я потом обвинился. Меняется, наверное, перспективность развития клуба. Экономическая сторона, там, наверное, специфическая, сам футбол. Наверное, будут изменения. Но пока президент решает. Я знаю этих людей.
но мы еще не встречались, люди очень умные, но они достигли в жизни таких прекрасных возможностей и внедряют свои умы в спорт, дают возможность нам или другим клубам считать себя людьми, имея завтрашний день. То, что мне говорил президент. Но сегодня команду я не мог лучше подготовить. Я честно говорю, мы очень старались на сборах. Но я видел, Василий Андреевич, команды нет. Ну нет, мы не можем игроками, которые сегодня соответствуют уровню второй лиги. Играть, составлять сопротивляемость и создавать давление, реализовывать индивидуальную скоростную технику или какие-то тактические варианты наигранных составов или других моментов, и быть выше соперника. Сегодня украинский чемпионат идет вверх, халявы нет, надо показывать качество игру, много обзора, много материала, телевидения. Поэтому игра у нас получилась некачественной. Игра получилась сумбурная, и имея в начале игры тягучее преимущество. В некоторых моментах мы все равно действовали робко, плохо подбирали мячи и мало работали индивидуально, быстро. Все было медленно, монотонно, не было забеганий. Это все делалось на тренировках. Но, как всегда бывает, и еще покойный Женя Кучеревский, я помню, он работал в Николаеве, я его там в Желудске был тогда, говорит: «Виталий, ты понимаешь? Ничего не могу понять. Вот, на тренировках хвалишь, все получается, выходит на поле другие люди». Но у меня больше выходила нормальная реализация потенциала, индивидуальная возможность. Сегодня все пропало, футболисты вышли какие-то перепуганные. Хорошо, что это был Кривбас, и тоже переживал за результат. Они тоже не показали хорошего футбола, можно сказать, и такой компонент. Но создали много голевых моментов из-за того, что мы слабо сопротивлялись, плохо вели единоборство, неправильно выбирали позиции в оборону. Средняя линия выпала от боли, а впереди не цеплялись за мяч. Медленно перемещались, ну все нарушилось. Может, погода погасила скорость, может, им заблокировала кислородом гортань. Ну, футболистов я не узнал никого, поверьте, что всякое могло быть, но и могли проиграть и 4-0. Но мы говорили об игре, игра не получилась, и сегодня играли две команды, как представители не второй. Я думаю, Кривбас был 7-я лига, мы 7-я лига Б. Как бы так. Это такой футбол, который не пляжный, не инвалиды, но они, наверное, посильнее выглядели, по-олимпийски какой-то получили сбор. Ну, просто стыдно за футболистов. Я сказал, вам там зарплаты хотят повысить. Так скажите, сколько вы хотите? Заплакали нет денег, вот нафиг. Скажите, сколько? Я говорю, мне уже не подходите, я же не финансовый заканчивал. Я футболом занимаюсь всю жизнь, специфическая физкультура, спортивное образование. Или президенту Хайвона вам определяет. Каждый, что, ну сегодня можно кому дать, ну $100 можно дать, выходят, форму одевают, потеют, идут в раздевалку, моют кое-что, и кое-что здесь, внизу, и идут сейчас, будут кушать, потом спать, и все. Вот такая, команда очень слабая у нас сейчас. Я не думаю, чтобы Трапатони, Меноти или Капелло могли сдвинуть вот этих интеллектуалов, шахтеров. Хоть по горам бегают, хоть акваланги давали, плавание пускают, хоть будьте эквилибристами или культуристами. Они просто не могут. Не надо меня. Меня не слышат. Играй дальше. Ну нельзя же. Ну нельзя. Нельзя. Правильно. Очень правильно. У вас даже вопросов нет, да? Больше, чем здоровье. Наша жизнь нет, это зеркало, футбол.